Группа израильских археологов просеивает сухую почву в пещере недалеко от Мертвого моря. В Иудейской пустыне продолжаются крупнейшие за последние полвека раскопки. Ищут древние манускрипты. Работа напряженная, нужно спешить, поскольку за этими же свитками охотятся и расхитители древностей. Эти расхитители, они эксперты. Эксперты по поиску древних манускриптов. Мы преследуем их, смотрим, что они ищут. Мы преследуем их, чтобы их схватить. Это игра в кошки-мышки. В этой местности уже были обнаружены писания, выполненные на папирусе и пергаменте. Их называют «свитки Мертвого моря» или «курманские рукописи». Сегодня они хранятся в храме книги в Иерусалиме. Их возраст около 2000 лет, и это одни из самых ранних рукописей на иврите. Рукописи, а их было найдено около 1000, как предполагается, принадлежали курманской общине. Она спрятала их в пещерах во время еврейских восстаний против римлян в 66 году нашей эры. Археологи говорят, что теперь намерены найти все, что могло остаться. Также они отмечают, что известняковые стены в пещерах создают идеальные условия для сохранения древностей. Это одна из главных пещер, которые использовали в прошлом. Пока мы нашли здесь только предметы повседневного быта людей, которые прятались здесь в римский период. В раскопках участвует много волонтеров. Я пришла сюда, потому что люблю историю. Наша страна наполнена древними вещами, которые мы еще не нашли. И я хочу в этом помочь. Пока за 3 недели раскопок свитки обнаружены не были. Зато археологи нашли многие другие артефакты, которые показывают, как люди жили здесь от 2 до 8 тысяч лет назад.